29 марта 2023 года. Итак, на Первом канале размещен анонс, что станьте участником нового проекта на Первом, дайте шанс своей бизнес-идеи. Вот я заполняю анкету. Если у вас собственный бизнес, или вы пока думаете над его созданием, но у вас уже есть интересная бизнес-идея, если вы профессионал своего дела, разработали новое технологическое решение, передовую технологию, научное открытие, есть желание рассказать об этом на Первом канале, если вы представляете уже существующую компанию, то заполните анкету. Итак, приступаем. Отчитываюсь перед зрителями глобальной волны. Значит, название компании бренда. Глобальная волна. Форма организации. Организация без образования юридического лица. Сфера деятельности. Наука, консалтинг, политика. Размер бизнеса. Крупный. Мегакрупный. Значит, город, где филиалы. Представители более чем в 50 городов мира. Есть ли собственное производство? Москва. Категории товаров. Консалтинг, информационно-образовательный контент. Производство инженерных изделий. Численность сотрудников 25. Экспорт. Европа, США, Австралия. Год создания 27 год. История компании. Для привлечения внимания журналистов по всей планете в 2007 году самовыдвижение с кандидата в президенты РФ. Ссылка указывается. Основная концепция, миссия. Создание предпосылок для перехода цивилизации на новый виток развития. Ссылка прилагается. Ссылка – это кристаллизация, открытое письмо и кристаллизация национальной идеи России. Не хочу я небо политику, создание рая, хочу я небо романтику, чтобы каждый из небожителей разъяснял мне небосемантику. Покажите вселенной тайны, наша цель, внедрение, разъясните значение смысла, поясните, что не случайно и на чем звезды просто зависли, нарисуйте все планы мира, обозначьте значение тайны, притяните все силы эфира, знаю точно, все не случайно. Где каждый занимается тем, что автор нравится, текста развивается во всех направлениях, Татьяна Романова. То есть построение общества без войн, болезней, агрессии и безумного потребительства. Наша задача – информирование общества о новых закрытых технологиях и социально-экономической парадигме, когда возможен реальный прогресс в эволюции разума человека, науки и техники медицины. Всякое содействие в реализации этих задач. Объединение людей вокруг цели нашего движения для дальнейших действий по продвижению прорывных технологий. Значит, преимущество компании по сравнению с другими. Отсутствие конкуренции. Преимущество изделий. Изделия и методологии обладают явными конкурентными преимуществами. Ценовой сегмент. Доступный. Целевая аудитория. Все потребители электроэнергии. Важность компании на рынке в условиях импортозамещения. Критически важно для оборонно-промышленного комплекса и критических отраслей. Какие интересные детали на производстве может показать? Все производственные цепочки и участки. Есть ли интересный процесс, который ведущий может выполнить? Да, действующий прототип получения электроэнергии из окружающего пространства. Другая информация. Значит, статья Максима Калашникова, менеджер «Новой волны», будут опираться на прорывные технологии. Ссылка на статью. И открытое письмо президенту. Фамилия, имя, отчество. Старухин Ярослав Петрович, контактные. Дальше. Ну и пробуем отправить. Спасибо, ваша анкета принята. Ну и если вы частное лицо, сейчас я заполню вторую анкету от физического лица. Так, ну вот отправил как компания. И вот если вы частное лицо, на Первый канал вот отправляю. Станьте участником нового проекта. Значит, Старухин Ярослав Петрович, телефон, почта, Москва. Профессия менеджер, место работы глобальная волна. Пишите подробно ваш проект. Российские ученые сделали ряд открытий, которые способны перевернуть всю мировую экономику. Сейчас она на 90% ориентирована на потребление углеводородов, нефти, газа и угля. Внедрение российских ноу-хау кардинально изменит всю инфраструктуру энергетики и социума в целом. Я хочу, чтобы Россия в полной мере воспользовалась открытиями и справедливо распределила дивиденды между всеми своими гражданами. Значит, стадии готовности проекта. Существуют действующие прототипы. Ссылка на работу Максима Калашникова. Менеджеры новой волны выбирают прорывные технологии. В чем уникальность? Отсутствие конкурентов. Для чего создан проект? Наша цель –
внедрение в социум новых безопасных и эффективных технологий бестопливной энергетики, новых средств перемещения в пространстве, новых методик эффективного извлечения организма, новой социально-экономической парадигмы экономики изобилия, основанной на безденежной концепции социально ориентированных отношений. Построение нового прогрессивного общества, живущего в технологическом балансе с природой, где каждый занимается тем, что ему нравится, развивается во всех направлениях и приносит пользу другим. То есть построение общества без войн, болезней, агрессии и безумного потребительства. Наша задача – информирование общества о новых закрытых технологиях и социально-экономической парадигме, когда возможен реальный прогресс в эволюции разума человека, науки, техники и медицины. Всякое содействие в реализации этих задач. Объединение людей вокруг цели нашего движения для дальнейших действий по продвижению прорывных технологий. Ваше видение, где и как можно осуществить, организовать и воплотить проект. Россия – женская душа. Предлагается формирование множества групп по 500 женщин, где женщины являются заказчицами идеального образа будущего и одномоментными инициативными группами по поддержке множества самовыдвиженцев кандидатов в президенты РФ 2024 года. Какие этапы вы видите на пути к воплощению проекта? Получение поддержки президента России для распространения информации в средствах массовой информации по всей планете. Преимущество нашего проекта. Новая научная парадигма позволяет создать практические технологии в сотнях отраслей промышленности. Недостатки вашего проекта. Уровень технологий опережает развитие цивилизации по морально-нравственным параметрам. Задача внести во все мировые СМИ новую повестку дня. Целевая аудитория вашего проекта. Все потребители электроэнергии. Сумма, необходимая для реализации вашего проекта. Нужна политическая воля, а деньги соберем. Народное софинансирование. Другая информация, которую интересно осветить. Реализация данного проекта позволяет рассчитывать на формирование идеологии созидания и создание уверенности в завтрашнем дне у граждан России. Формирование социально ориентированного государства не на словах, а на деле, а абсолютно реально. Отправляем. Спасибо, ваша анкета принята. Ну что ж, дорогие друзья, вот отправил я информацию на Первый канал. Скорее всего, конечно же, на это не обратят внимания. Много приходит разных проектов, но зафиксироваться в базе данных Первого канала с такими сообщениями и исходниками «Глобальная волна», «Старухин», «Прорывные технологии», «Самовыдвижение», «Кандидат в президенты», «Рай», «Изобилие» — это нужно, что я и сделал, и перед вами отчитываюсь, дорогие друзья. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете позолотить ручку, сделать свой взнос. Карта привязана к телефону +7 926 210 93 83. И завершить я хотел бы стихотворением. Боже, как хочется жить в мире, где царит доброта, где люди живут для других, а не ради своего живота. Святая, великая Русь, очистись от грязи и лжи, будь мудрый, примером для всех, свет Бога на землю яви. Боже, пошли нам любовь по сути и мощи Твоей, помилуй, прости за грехи и души людей отогрей. Как важно нам жить по любви, по воле Твоей в чистоте, и видеть, как у наших детей душа расцветает во всей красе. Пусть счастье и радость любви раскроют людские сердца. Свет неба и жизни цветок воскреснут во всех навсегда. Записала Светлана Баганова. Ну, а у меня пока стоп снято.